Всем привет, с вами Сильвпро, и сегодня покажу мод на мебель для Майнкрафта Pocket Edition. После установки данного мода в нашем мире появляется просто множество новых мебель. К примеру, появляется вот такой новый ноутбук, к сожалению, с которым вы ничего не можете делать. Это просто декор. Дальше телевизор, плазменный телевизор, в котором вы можете увидеть маленькие кнопки, но, к сожалению, он тоже ничего не делает. Дальше идет такой красненький диванчик, на котором вы можете удобно посидеть и потом слезть с него. И еще раз посмотреть его. Дальше идет костерчик, но, к сожалению, он маленько багнутый. Да, багнутый. И, как видите, дальше идет табуреточка, или, можно сказать, стульчик, на котором вы тоже также можете удобно посидеть и просто потом его осмотреть. Дальше идет DVD-шник, который подключается вот к этому ПК. Ой, не ПК, а телевизору. Также он стоит на таком деревянном столе, который удерживает его. Дальше у нас идет шкаф. Но, к сожалению, у шкафа есть баг. Как видите, у него также красивые ручки. Но если вы прыгнете на шкаф, вы застрянете, ну, или провалитесь в его текстуру. Сейчас вы это видели. Дальше идет маленький шкафчик, у которого тоже также есть маленькая, прималенькая ручка. Довольно прикольный мод. Это у нас второй шкафчик, у которого уже есть спойлер. И уже две ручки, то есть две выдвигашки. Это у нас кран, после которого... То есть, в котором вы можете помыть спокойно руки. Дальше идет два вида нового стола. Это каменный и, если не ошибаюсь, кварцевый. Это у нас мусорка, в котором вы можете выкинуть лишний вес. Или лишние вещи. Это у нас плита. Вот. Ой, я что-то все сломал. Так, давайте обратно все поставим. И пойдем дальше. Так. Дальше у нас идет специальная печка для изготовления мяса, для пожарки этого мяса. Дальше идет туалетный шкафчик и идет сам этот туалет, на котором вы можете поделать коварные дела. Ну и также модуляет новую кирку, которую, к сожалению, можете добыть только в режиме креатив. Да, в режиме выживания вы ее добыть просто-напросто не сможете. Вот. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.